Дорогие друзья, сейчас мы попробуем оценить, как быстро работает, загружается сайт LMS Moodle с помощью мобильного устройства. У меня в руках недорогой Android марки Fly, стоит около 8000 рублей. Сейчас включен Wi-Fi, скорость интернета около 10 мегабит в секунду. Открываем браузер. Google загрузился быстро. Открываем Facebook. Грузится по Wi-Fi немножко подольше. Ну, в принципе, работает. Теперь попробуем ввести адрес нашего сайта LeoPro.net. Мы видим, как достаточно быстро сайт загрузился. Дело в том, что Moodle автоматически определил, что это мобильное устройство, и загрузил на лету ту тему, то оформление, которое является наиболее быстрым. Внизу есть кнопка «Перейти на стандартную тему». Этого делать не рекомендуется, поскольку скорость загрузки будет медленнее. Эту нижнюю кнопочку «Следить, поделиться» для публикации в соцсетях любой странички сайта можно свернуть. Если открыть любой форум, любую страничку, мы видим, что скорость загрузки не уступает ни Фейсбуку, ни другим сайтам. Вот, например, публикация «Как сделать курс в 1 000 000 рублей». Давайте выключим Wi-Fi и включим GSM. Если мы будем открывать те же самые странички, так, вот он еще включился, то увидим, что скорость загрузки через GSM стала медленнее. То есть все зависит от интернет-канала. Вот медленно загружается, потому что это GSM. МТС работает медленно. Очень медленно. Нужно заметить, что индикатор мощности сигнала здесь для МТС меняется, вот эти столбики. Вот сейчас сигнал не самый лучший. Открываю главную страницу. Сейчас нормально загрузилось. Открываем другой форум. Загрузилось отлично. Пробуем зайти по GSM подключению на сайт с учетной записи из любой социальной сети, например, Facebook. И, в принципе, приемлемая для GSM канала скорость на андроиде. Вот я зашел под учетной записью Facebook канал. Нужно обратить внимание, что сейчас браузер включен со стандартной темой, не мобильной, поэтому он будет работать медленно. Не надо отключать мобильную тему на мобильных устройствах. Вот, например, если открываю
любую другую страничку, например, форум, в стандартной теме, предназначенной для персональных компьютеров, мы наблюдаем замедление скорости, в то же время по GSM-каналу все тоже работает неплохо. Возвращаясь к подключению через «Отключаю GSM», мы получим замечательную скорость. Вот через Wi-Fi работает, даже не на мобильной версии Android работает нормально. То есть на любом другом устройстве мобильном будет работать примерно так же. Ну, можно поделиться любой страничкой сайта, в любой социальной сети, опубликовать прямо с мобильного устройства в любой социальной сети можно. Написать что-нибудь и поделиться. Спасибо за внимание. Теперь мы убедились, что и на Wi-Fi подключении, и на GSM подключении наш сайт работает достаточно быстро. Спасибо за внимание.